крылья? Да, да. А, ну да, да. Выше. Все читает, не отвечает. В отличие от уса. Например, да. Ну, как дают? Он, кстати, технарь этот пацан. Да? Технарь, блядь. Просто там два дубаря стояли, блядь, и там. Ну да, ладно. И стреляй. Долго. Ну! Хорошо, Лёха. Стреляй! И! Пиши, что тут целая серия за руку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну! Ебать! Что ж ты, блядь, делаешь? Да я там забил! Ты? Да? Ну, бать, пиздец. С размахом боли, блядь. А типа, а тот, кто на него смотрит, не видит, что он правой ногой ведет? Сука. Дай, блядь, позер, ебать. Ты же забыл, блядь? Что? Как команда у меня была. Аэропорт Киев? Ну. А какие премии были? Кто были лидерами команды? Подскажите. Девяносто минут борьба, рубились, сражались, как одна, так и другая команда. Ну, все-таки где-то в конце немножечко нам повезло, чуть-чуть удачка повернулась к нам. Видите, так сложилось хорошо, слава богу, что так. Результат, есть результат, победа, самое главное. Дальше будем двигаться. Очень много раз с ними встречались, все игры довольно-таки сложные. Считаю, что в принципе
работы. Ну и думаю, что с ними всегда, всем командам тяжело. Поэтому, слава богу, что я еще раз повторюсь, выиграли, слава, все отлично. Тяжелая игра была, было много борьбы, которую мы в основном проиграли. И по итогу проиграли игру. Неплохой соперник. Все бегут, бьются, до конца играют. Хороший соперник.